Здравия, мои дорогие зрители и читатели! Поэтический сборник «Мир мистики и эзотерики». Сонет. Надеясь на взаимную любовь, ты посылаешь доброты, флюиды, и удивленно поднимаешь бровь, терпя в ответ нежданные обиды. Удел таков несчастных добряков, их любят боги, их ведут и мучат сердца, освобождая от оков. Сердца лишь свет божественный получат. А злых людей ты просто пожалей, как узников усталых и забытых. Тюрьма желаний им всего милей, звон колокольный от сердец разбитых. Есть у тебя из будущего свет, у злых людей здесь будущего нет. Благодарю вас за внимание к моему творчеству. Поэтический сборник «Мир мистики и эзотерики». Иерусалим, 2009 год. Сонет.